Муж. Да. Что, купили? А что-то она маленькая. Она высокая, видишь какая? Но. Выше и уже. Зато место меньше занимает. А у тебя там... Ой. Купили морозилочку и привезли. И привезли на багажнике, потому что доставку надо было ждать до завтра. Или до послезавтра? Да. Ничего себе, я не согласна так. Я говорю, давай что-нибудь решай. И вот муж решил привезти на багажнике. Виталия, помощник. Кого снимать? А как вы снимете ее? Бери, поднимай. Ага. Даня сейчас звонил, говорит, все нормально, хорошо. Сына, осторожно. А ты хотела 99-ю продать, вот видишь? Без нее, ну никак. Да, конечно. Ну, конечно. Конюшни. Ну, хорошо, да, хорошо, что это. Давайте это как-нибудь ты аккуратно. Ну, я надеюсь. Там Матвейка у меня один, так я пойду к Матвейке. Она тяжелая? Ну, конечно, не легкая. Для подстраховки так могла тут встать. Молодцы, молодцы. Аккуратнее, аккуратнее. Так, а ты еще... Короче, через 5 часов что-то они сказали включать. Да, но мы пока не будем включать ее. Пошли, пошли. Поставили в уголок морозильную камеру. Пока еще туда ничего не положили. Такая вот корзиночка. Камера на 200 литров. Бирюса. 8 сегодня 8 октября. Прям не верится. Да ты, я думал, да я тебе бананы даю, господи. Ты с творогом бананы собрался делать, что ли? 8 октября. Всем привет. На, блендер свой, забирай. Чё? А, приобрели сегодня морозилку, так как у нас сломался холодильник. Холодильник сам работает, а морозилка сломалась, вот как. Который стоит у нас в предбаннике. Когда-то у нас стояло вот на этом месте, где мы сейчас поставили морозильную камеру, 2 холодильника. Кстати, этот тоже у нас бирюса белый. Вот тут стоит холодильничек. И тот, кстати, бирюса. А? Бирюса же. Вот. Хотели летом купить, не купили. А пришлось покупать сейчас. Так как продукты надо складывать в морозилку, а иначе они попортятся. Пришлось срочно купить морозильную камеру. За сколько? 17 290 рублей. А тут... 90, там 90 у нас... копеек еще, что ты обманываешь? Я не видела 90 копеек там на чеке. 17 290 рублей там написано. Что там? Что 90 копеек? Везде эти 90. А там у нас тоже морозилка на 200 литров. Но мы ее покупали несколько лет назад. Сколько лет назад, я уже не помню. Но за 12 тысяч цены, конечно, растут. На месте не стоят. Так что... Чё ты хотел? У меня здесь тазики, значит... Ну что сказать? Яблочки резала, они вон растаяли, сейчас я их... Они вон даже потемнели, чё? Ну я их вывалю, я не буду их выбрасывать. Сейчас вывалю в тазик и варенье, на варенье изварить. А чё делать? А что делать? Варенье? Варенье. Господи, вот так бывает! Только разживёшься, разбогатеешь, деньги положишь, а тут на тебе и поломка. И приходится либо чинить, либо что-то покупать новенькое. У кого так же? Да? Так что не судьба обогатеть нам. Богатеть, разбогатеть. Ну ничего, мы сейчас, значит, что мы делаем? Мы сейчас все это вот, значит, тут у меня курицы, мясо еще вот покупали. Мы это сейчас все разделаем, сложим в морозильную камеру. И все, и мы, как говорится, затарились. Затарились, мы будем сытые. И у нас будет запас. А когда есть запас, это очень хорошо. Значит, следующие денежки можно будет снова положить на что-то другое. Разделка курочки. Курочки. Покупала, девчонки, покупала. Муж покупал, хоть не я. Покупали мы 5 куриц. Сейчас я уже заканчиваю последнюю курицу. Разделяю, в общем, на запчасти. Да. И буду убирать по кулечкам в морозилку в новую. Заготовка
мяско на какой-то определенный срок. Не знаю, насколько нам хватает этого мяска. Мы не заглядываем, мы его берем, едим по желанию, когда захотели. Так что вот так вот. Такая у меня работенка. Вечер. Мы уже управились. Так, окорочка. Так, где у меня тут? Отдельно. Крылышки, окорочка. Все по отдельности. Хребты, грудинки. Да, Надвеечка? Мама дела делает, да? Мяско готовим. Да, будем котлетки делать. Ну, что такое? Режем. Отрежем. Подзаворачиваем. Сложила в кулечки. Так, косточки на супчик. Я свои курицы закончила разделывать. А ты еще не закончил. Так, тут у меня филе. Крылечек. Че? Крылышки отдельно. Окорочка отдельно. Все заверну и уберу морозилочку. Так, тут у нас что? Тут у нас... А, здесь у меня хребты. Грудка. Грудка. Что-нибудь сделаю вкусненькое. Может быть, рулетики, может быть. Может быть, грудку сделаю, лодочки в духовке. Так, в общем, сейчас убрать надо. Так, вот сюда сложила, значит... голень, окорочок у меня тут все вместе. Ну, тут немного. Маленькие сделала, значит, большие были голени, а маленькие с маленьких курочек окорочок. В духовке запекем крылышки. Даже холодец. Сегодня варили ноги свиные. Он у меня уже подзастыл. Так, ну вот такая заготовка у меня получилась. Пока, как говорится, немного всего разложила посвободней. Так, хочу достать холодец, попробовать. Морозилка уже подмерзла. Уже холодно в ней. Матвейку возьми. Наконец-то я села. У нас время без 15:10 вечера. Ой, что-то я промялась. Ой, не снимай, девчонки, ничего. Пропала, пропала, я пропала. Я заболела, я приболела. Я не заболела, я приболела. У меня... заболело немножко горло, гланда вот что-то подвоспалилась. Не знаю, вроде мы как-то одеваемся тепло. Ну, погода обманчивая сейчас. Так что, ой, и появился у меня флюс. Флюс вот вверху, над зубом. Дашка, иди, не мявкай. Тебе, ты ей давал мясо? Кости глодала и мявкает. Сестра мне принесла вот такой вот гексорал. В общем, антибиотики мне назначили. Пью. Сегодня я полощу содой, солью и горло, и свой этот воспалительный процесс, который пошел. Вот, брызгала, значит, ну, брызгаю в горло. Ой, сегодня немножко получше, вроде, получше, а опухоль спала, потому что была опухоль говорить, ну, говорить, я громко говорящий человек. Наговорилась сегодня так громко, вон тоже, с этой морозилкой, со всяким местом, и у меня горло заболело. Заболела, но, слава богу, прошло. Прошло, стало мне легче, полегчало. И аппетит, конечно, хочется поесть, а не может поесть. Так что, думаю, дай-ка я холодца попробую, хотя время уже ночь. С горчичкой. Холодец. Сделала себе кофе. Сейчас я перекушу на ночь. Помоюся, посижу еще в телефоне, естественно, выложу видео. И далее. Так что, ну, у нас все вроде более-менее. Погода стоит хорошая. Замечательная погодка. Чудесная. Но на улицу мы не ходим, не гуляем. Потому что у Матвейки тоже были сопельки. Ой, я сахару не положила, что ли. Вот. Ну, слава богу, все у него прошло. А у меня немножко еще остается. Хворь. Ну, я себя не чувствую, как бы, такой прям заболевшей. Ну, немножко силы пропадали силы, настроение. В общем, как-то не это, не очень. И снимать ничего не хотелось. Комментарии не пишут, лайки не ставят.
Девчонки, комментарии. Хочу много-много комментариев, чтобы вы мне писали, чтобы отвечать, снимать видео, чтобы появилось желание. Ну, сегодня у меня появилось немножко желание, потому что у меня новая покупка. Ну, я что, особо как бы не рада, не знаю. Обычно купили. Так что, слава богу, лишнее не будет. Так что это, сейчас у нас две морозильные камеры. А я любительница, значит. Сейчас вот небольшую, в общем, сделали мы как бы это, заготовку, да, в нее положили. Потом я беру. А оно все замерзнет, доставать оттуда, думаю, который раз не хочется. Думаю, ну, да купи уже охлажденку курицу. Надо выедать, конечно. Сейчас вот посмотрим, сегодня у нас 8 число. Посмотрю, насколько нам всего это хватит. Ну, что хватит, там не лишка, что, 5 куриц? Сколько-то мяса. Там морозилка полное место нету. Здесь у меня холодильник. Здесь у меня получается две камеры. В холодильнике две камеры. Вверх-вниз. Вот. Там тоже, ну, тоже заполнено. Ну и трехкамерный холодильник, который у нас стоит в предбаннике. И он у нас, в общем, работает. Но морозилка сейчас сломалась, получается. Почему она сломалась? Интересно, какая причина поломки? Мы же... Заморозила? В смысле заморозила? У нас все как-то странно. Значит, телефон сломался. Пошли новые купили. Старый сломанный. Ну, якобы сломанный, да? Думали, раз и заработал. Ну, нет, оно хорошо, конечно. Ну, просто это трата денег получается. Ну, морозильную камеру мы хотели, в принципе. Так что она не будет нам лишняя. Оно, конечно, бы вовремя, вот когда шли вот эти все заготовки, когда ягоды были, грибы были. Я грибы нынче не морозила. Не морозила, вообще ни грамма не положила, знать-то. Или маслята. Маслята вроде морозили немножко. В общем, потому что мы намораживаем, потом это я все выбрасываю. В общем, не знаю, какая-то я не экономная хозяйка. Так что это... Вроде стараюсь, думаю, вот я буду... Ну, вот сейчас я сэкономлю, да? Вот сэкономила. Ничего как-то я не сэкономила. Ну, в общем, как-то я это... Люблю получаться так, вроде как. Тратиться. Потому что, я говорю, наложишь, люди вот делают какую-то заготовку определенную, потом это все съедают, кушают там на неделю, допустим. Ну, у меня тоже были такие моменты, я как-то... Моментами все у меня. Момент, допустим, я наготовила... На неделю, да, там распределила все, вот рыба, допустим, там, котлеты, фарш там, ну, на пельмени или на котлеты на свои, на домашние, или еще на что-то там, на фрикадельки, в общем, фрикадельки, ежики, всякое место, в общем, и подъедали, а потом новая закупка получается, а сейчас как-то у меня не выедается, я все набираю, какая-то я такая вот прям... запасливая. Люблю запасы. Так что запасы, девчонки, конечно, это очень хорошо. Это удобно. Когда, ну, допустим, на месяц, да, ты уже знаешь, что ты с голоду не замрешь, что у тебя все есть. Да, у меня еще минтай, кстати, надо это... Че минтай-то? Ты что-то ничего не делаешь с ним? Надо его разделать. Поставила в кастрюлю яблоки мороженые, вывалила. В общем... Ой, засыплю, я еще не засыпала их сахаром и уберу на улицу. Завтра, наверное, сварю варенье. Вареница яблочная сварю. Так что вот так вот как-то. Такие у нас делишки. Сейчас вот я съем, пойду помоюсь, а Матвейку надо спать ложить. Хотя он же выспался, Саша. Поспал парень. Мы к вечеру спим. Ну, я не сплю, конечно, днем редкий случай. Я тут как-то уснула и думаю, я днем никогда не сплю. Вот. И это, получается, был такой вот, ну, задуматься, что-то в организме, что-то с организмом не в порядке. Ну, либо сильная усталость, либо какая-то хворь. Ну, вот у меня хворь пришла. Так что, в общем, лечимся и поправляемся. Так что не болейте, чтобы у вас все было хорошо. Погода обманчивая, одевайтесь хорошо, тепло, не ходите раздетыми. Детей одевайте по сезону, потому что некоторые тоже не любители, да, одевать. Детей. И я тоже, получается, что-то я Матвейку своего, ну, мы простыли, получается. Сопельки у нас, да, сына, появились. Первые сопли наши. Ну, слава богу, все у нас хорошо. Так что на этом я свое видео закончу. А то я болтаю. В общем, такие вот у нас домашние дела.
особо. На улицу мы не выходили, ничего не делали. Получается, занимаемся. Ну, стирка, готовка, туда-сюда, все обыденно. Ничего особо интересного нету. Нету. И делать ничего особо и не хотелось. Это называется лень. Нет, это не лень, а просто, когда не домогаешь, и, ну, желания особого нет. Так что, в общем, заболталась. Так что всем желаю спокойной ночи. Уже время уже, 10 часов уже. Спокойной ночи, всем всего хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии свои. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами, будет интересно. Так что всем пока-пока. Заходите на канал Дневник мамы Ольги. Пока-пока. У меня было 10 рублей. И это, Костик говорит, там автомат стоял, говорит, пошли сыграем. У меня только 10 рублей было с первой попытки. Вот такую плюшку.